28 декабря 1950 года, 14 часов. Петр Леонидович Капица возвращается к себе на Николину гору. К нему на дачу приезжает насмерть перепуганный комендант местных государственных дач. Приехал к отцу и сказал: вот, Петр Леонидович, вас просят позвонить по такому-то телефону вертушки, правительственной связи. Отец говорит, что у меня больше на даче нет вертушки. Тот чиновник услужливо говорит: вы можете воспользоваться моей. И привез его в свою канцелярию, оставил наедине с этим телефонным аппаратом, по которому отец позвонил, не зная кому. К этому аппарату непосредственно подошел Маленков. Сказал: товарищ Капица, почему вы перестали писать письма мне и товарищу Сталину? Все письма, которые вы пишете мне, товарищ Сталин тоже читает. Капица Петр Леонидович, выдающийся российский физик, один из основателей физики низких температур и физики сильных магнитных полей, создатель Института физических проблем Академии наук, открыл сверхтекучесть жидкого геля, разработал способ сжижения воздуха, лауреат Нобелевской премии. Вся история человечества состоит из ошибок. И, несмотря на это, всякое правительство считает себя безгрешным. Это закон природы. Ему надо подчиняться. После Хиросимы и Нагасаки в СССР был создан специальный атомный комитет. Им руководил Берия. Капица, в числе немногих ученых, был в него включен. Через 4 месяца работы комитета Капица пишет Сталину. В организации работы по атомной бомбе, мне кажется, есть много ненормального. Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в особом комитете как сверхчеловеки. В особенности товарищ Берия. У товарища Берия основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. Капица просит освободить его от участия в этом комитете и в постскриптуме добавляет. Мне хотелось бы, чтобы товарищ Берия познакомился с этим письмом. Ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему все это сказал. Да увидеться с ним очень хлопотно. Вот эти письма, которые отец писал руководству Советскому Союзу, это был важный канал взаимодействия с властями. Он очень много над ними работал. Их перепечатывала с довольно корявой рукопись моего отца, моя мать на пишущей машинке. Никто, кроме нее, содержание этих писем не знал. Это так была конфиденциальная переписка ученого и власти. Они до сих пор представляют очень большой интерес, потому что в них главное – это взаимодействие науки и общества, науки и власти. Товарищ Капица, все ваши письма получил, в письмах много поучительного, думаю, как-нибудь встретиться с вами и побеседовать о них. Со Сталиным отец никогда не встречался. Он мне говорил один раз, что он был приглашен на трибуны вокруг Мавзолея во время 1 мая или 7 ноября. На трибуне стоял Сталин. Ему кто-то сказал, что, вы знаете, за вами смотрит оттуда Сталин. А ближе они не встречались, насколько я знаю. Генерал Хрулев рассказывал жене Капицы Анне Алексеевне, что он был у Сталина, когда в его кабинет вошел Берия и стал требовать санкции на арест Капицы. Сталин ответил: «Я его тебе сниму, но ты его не трогай». 17 августа 1946 года постановлением Совета министров СССР Петр Леонидович Капица был снят со всех постов. Знаменитый не только у нас в стране академик был в это время на пике своей карьеры. Из постановления: «За невыполнение решений правительства снять академика Капицу с должности начальника главкислорода при Совете министров СССР, председателя технического совета главкислорода, директора Института физических проблем Академии наук СССР». В постановлении не было сказано, что академик Капица – лауреат Сталинской премии и герой социалистического труда. Петр Леонидович родился в 1894 году в семье военного инженера Леонида Петровича Капицы и Ольги Иеронимовны Стебницкой, Бестужевки, специалиста по детской литературе и фольклору. Детство его прошло в Кронштадте, где и сейчас можно увидеть форты, построенные инженером Капицей.
Ольга Ранимовна много очень внимания уделяла творческому воспитанию своих детей. Когда наступали летние каникулы, то они иногда уезжали за границу. И Ольга Ранимовна каждый день писала своему мужу, который остался в Кронштадте, и приучала писать детей письма. Телефоны тогда были, но как-то это было сложно и дорого. А общение через письма – это старая культура русских просвещенных людей, которая, несомненно, культивировалась в этой семье. В 1934 году великий русский физиолог Павлов, с которым был дружен Капица, сказал: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю, что думаю. А вот я умру, вы должны это делать. Ведь это так нужно для нашей Родины. А теперь эту Родину я как-то особенно полюбил, когда она в этом тяжелом положении». Об этом разговоре Капица написал жене: «Насчет говорения того, что я думаю, тут я не побоюсь. Но потенциальные условия разные. Он уже давно во главе школы, признанный всеми, а я тут один, без опоры и доверия». Капица всю жизнь выполнял завет своего старшего друга. Всего в Кремль написано 300 писем, из них около 50 Сталину. Тон задан уже в первом письме: «Более года тому назад меня неожиданно задержали и резко прервали в очень интересном месте мою научную работу. За мной ходят агенты, даже раз послали обнюхивать меня собаку. Видно, боялись, что я сбегу. Отношение, которое было проявлено ко мне, очень скверно. Просто свинство». Эта шкатулка стояла в доме Петра Леонидовича всю жизнь. Была она закрыта на ключ, и там он хранил все, связанное с его первой семьей, с Надеждой Кирилловной Черносветовой. Он познакомился с ней, когда переехал жить в Петербург и поступил в Политехнический институт в 1912 году. И довольно долго молодые люди приглядывали друг к другу. Прошло 4 года, и только весной 16 года они поняли, что любят друг друга. И это чувство их очень захватило. И произошло это как раз накануне того дня, когда Надя должна была уезжать не больше, не меньше, как в Шанхай. Она должна была сопровождать в длинном железнодорожном путешествии своего брата с семьей. И Надя уезжает, и молодые люди расстаются и договариваются писать друг другу письма. «Я люблю вас сейчас в 1000 раз больше. Петя, перед отъездом я молилась Богу и просила, чтобы он сохранил вас и меня, и то, что нас соединяет. Зачем вы не можете молиться тоже? Если у вас в жизни когда-нибудь будет большое горе, вы поймете меня». «Надя, вы должны мне написать, чем вы будете жить. Мне бы хотелось услышать от вас ответ – семьей. Никогда бы я не мог себя мыслить без семьи. Я себя делю на две части – одну – семье, другую – обществу. И не знаю, какая часть крупнее». 24 июля в имении Приютное они венчаются. Примерно через год у них рождается сын, которого они назвали Иеронимом в честь деда Петра Леонидовича, и как они его звали, Нимка. В 19 году наступила полоса тяжелых бед, тяжелых испытаний для Петра Леонидовича. Был арестован отец Надя, Кирилл Кириллович Черносвитов. Он был видный деятель партии кадетов, член всех государственных дум, и он был расстрелян. А во всем мире в это время свирепствовала эпидемия гриппа испанки, которая для нашей страны была просто полной катастрофой. И вот в начале декабря 19 года умирает отец Петра Леонидовича. Есть такое Евангелие, которое как раз у нас в семье хранится. И вот в этом маленьком Евангелии Петр Леонидович отметил вот то, что произошло с ним. 13 декабря в 11 вечера умер Нимка. 6 января 2020 года родилась дочка Надя. 8 января в 3 часа умерла жена моя Надя. И 8 января в 5 часов утра умерла дочка моя Надежда. И дальше он написал: «Все кончено. Да будет воля твоя, Господи».
С тех пор в доме Капицы никогда не праздновали Рождество. В начале марта 1921 года академик Йофи включает в состав группы, которая отправляется в Англию для восстановления научных связей, одного из самых своих талантливых учеников – молодого физика Петра Капицу. При посещении Кембриджского университета Йофи и Капица рассчитывают, что Петр Леонидович останется здесь на стажировку. Но, несмотря на теплый прием, глава Кавендишской лаборатории великий физик Резерфорд отказывается принять Капицу. Однако на следующий день Петр Леонидович пишет матери. По всей вероятности, я останусь тут на зиму и буду жить в Кембридже и работать у профессора Резерфорда. Он дал свое согласие, мы были у него вчера. По легенде, в ответ на отказ Резерфорда Капица спросил, какой точности тот стремится в своих экспериментах. Он ответил, что приблизительно 3%. Ответ Капицы произвел впечатление. При 30 сотрудниках добавление еще одного, скорее всего, пройдет незамеченным, поскольку будет лежать в пределах экспериментальной погрешности. Он был принят в лабораторию. Резерфорд Эрнест. Великий английский физик, основатель научной школы. Создал теорию радиоактивности. Предложил планетарную модель атома. Осуществил первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал существование нейтрона. Лауреат Нобелевской премии. Один из главнейших принципов всякой успешной борьбы на арене, в лаборатории, на фронте и так далее – это быстрота и натиск, и связанная с ними смелость и решительность. Кстати, отец непосредственно ядерной физикой никогда не занимался. Он пошел своей дорогой. И это очень оценил Резерфорд и всячески поощрял его. Резерфорд доволен. Пригласил в это воскресенье меня пить к себе чай. Но вообще говоря, он свирепый субъект. Когда недоволен, то держись. Так обложит, что мое почтение. Первая его работа, которую ему предложил Резерфорд, была связана с любимцами Резерфорда альфа-частицами. Капица должен был придумать способ измерения пробега альфа-частиц в веществе. И он сам придумал идею, сделал прибор и измерил пробег. Это было крупным достижением, и кроме того, это специально нравилось Резерфорду. Последний разговор с Резерфордом останется мне памятным на всю жизнь. Сказав целый ряд комплиментов мне, он сказал, «Я был бы очень рад, если имел бы возможность создать для вас у себя специальную лабораторию, чтобы вы могли работать в ней со своими учениками». Что, действительно я способный человек? Вскоре он получил звание доктора философии Кембриджского университета, и для него была в университете открыта специальная лаборатория, магнитная лаборатория, что было признанием уже, так сказать, что он очень выдающийся член лаборатории Резерфорда. Динамика отношений Резерфорда и Капицы видна на групповых фотографиях. После многих лет вдовства в 26-м году Петр Леонидович встретил Аню Крылову. И он понял, что любит ее. И объяснения в любви не было как такового. Он рассказал ей историю своей первой семьи, вот эту трагедию, которую он все время держал в себе и никогда никому не открывал. И для нее это прозвучало как объяснение в любви. Анна Алексеевна вспоминала. И как-то я ему сказала, знаете что, нам надо пожениться. Он страшно обрадовался, что ему не надо это говорить, что я взяла инициативу на себя, и все было решено. Завтра и в пятницу я женюсь. Когда вернусь в Кембридж, я не знаю. Что вы об этом думаете? Там себе дом-то в Кембридже построил наоборот. То есть на улицу выходит фасадом,
ванная, там стиральные все дела, туалеты. Выходит на улицу, где все стоят фасадом дачи. Он говорит, будет шумно, будут машины ходить. Дом подвигается. И недели через 2-3 собираемся переезжать. Сынишка растет молодцом. Много болтает. По-английски и по-русски. После 6-летнего перерыва Капица регулярно ездит в СССР. Но вскоре он получает письмо от математика академика Успенского. Положение сейчас таково, что никаким гарантиям того, что вас по истечении некоторого срока выпустят обратно, доверять нельзя. Приехав однажды в СССР, вы рискуете остаться там навсегда. Тем не менее, Капица продолжает свои поездки. В 29-м году его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР и членом Лондонского королевского общества. Уже в 33-м году специально для Капицы строится Королевская Мондовская лаборатория. В этой лаборатории Капица собирается заниматься физикой низких температур. Дело в том, что он продолжал думать о сильных магнитных полях, но эффективность сильного магнитного поля становится значительно большей при низких температурах. И вот тут инженерный талант Капицы проявился в самой высшей степени. Он построил абсолютно уникальный гелевый освежитель, и это достижение, есть одно из достижений, за которое он впоследствии получит Нобелевскую премию. На барельефе этой лаборатории есть знаменитое изображение крокодила. Такое стилизованное изображение, такого не то дракона, не то крокодила, выгравленное на наружной стене. Кажется, все студенты Кембриджа, которые учатся искусству, должны рисовать это дело как некий такой необыкновенный уже знак. Отец называл, правда, больше за глаза, Резерфорда крокодилом, утверждая, что крокодил по своей природе всегда идет к своей цели и никогда не пятится назад. Так и был Резерфорд, целеустремленный в своих исследованиях. Отражал, можно сказать, главнейшую черту его характера, которая во многом повторялась характером его отца. Главный признак таланта – это когда человек знает, что он хочет. В начале 30-х годов в Германии начинается травля евреев-ученых. Изгнаны Эйнштейн, Франк, Габер. Капица вместе с физиками Эренфестом и Сциллардом разворачивает деятельность по спасению изгнанных из Германии молодых ученых, пытаясь устроить их на работу в университеты Англии, Франции, Бельгии и США. Сейчас мне приходится иметь дело с немецкими профессорами и евреями, которых повышибали из Германии. Их масса. Им необходимо оказать помощь и приют. Кое-кто приедет к нам на дом на время. В конце августа 1934 года Петр Леонидович с женой отправляется из Кембриджа на родину, чтобы повидать родных, прочитать лекции и принять участие в Международном Менделеевском конгрессе. Дети остаются в Кембридже. 25 сентября его вызывают в Совет народных комиссаров. Отныне он должен работать в СССР, и его виза на выезд в Англию аннулируется. Анна Алексеевна уезжает в Кембридж одна. Дорогой профессор, постепенно оправляюсь от шока. Вам все уже, наверное, известно от Анны. Вот почему я и не писал вам раньше. Спасибо вам большое за вашу доброту и за помощь. Начинается один из самых тяжелых этапов в жизни Капицы. Он лишается своей лаборатории, учеников, работы, семьи, Резерфорда, которого любит как отца, и свободы. Он чувствует себя абсолютно одиноким. Другой раз у меня кулаки сжимаются, и я готов рвать на себе волосы и беситься. С моими приборами, на моих идеях, в моей лаборатории другие живут и работают, а я здесь один сижу. И для чего это нужно, я не понимаю. Мне кажется подчас, что я схожу с ума. После долгих месяцев неопределенности, 23 декабря 1934 года, председатель Совета народных комиссаров СССР Молотов
подписывает постановление о создании Института физических проблем и назначении Капицы директором. Постановление предусматривает квартиру в центре Москвы, дачу в Крыму и персональный автомобиль. Так железная клетка превращается в золотую. Лучше быть голодным львом, чем сытым бараном. Целый год отец вел борьбу с нашей бюрократией для того, чтобы он получил необходимые условия. И надо сказать, что это ему удалось. За 2 года в трудных условиях, что первой или второй пятилетки, был построен институт, который до сих пор отвечает своему назначению, институт физических проблем, как его назвал отец, где он продолжил свои исследования. Несмотря на это, Капица чувствует себя узником. Весной 1935-го в одной из английских газет появляется сообщение о задержании в СССР профессора Капицы из Кембриджа. На следующий день об этом пишут более 70 газет. Его положение становится очень опасным. Его не понимают и даже избегают самые близкие друзья. На лестнице дежурят и всюду за ним следуют хвосты. По Кембриджу поползли слухи о тяжелом положении Капицы. Вспоминает жена. Помню, пришел ко мне однажды Сциллард и говорит: «Давайте устроим побег Капицы. Мы его увезем на подводной лодке». Я ему ответила, что это, конечно, интересно, но я думаю, Петр Леонидович никогда на это не согласится. А 29 апреля «Таймс» публикует письмо Резерфорда под заголовком «Задержание профессора Капицы в России – потрясение для научного мира». С точки зрения мировой науки в целом будет большим несчастьем, если из-за недостатка отзывчивости или понимания возникнут условия, в которых Капица не сможет дать миру того, на что он способен. Это письмо вызывает сильнейшее раздражение в правительстве СССР. От Капицы требуют написать ответ, что он остался в СССР добровольно и хочет работать именно здесь. Капица отказывается писать под их диктовку. Я хочу еще раз вам сказать, что Резерфорд совсем замечательный и единственный человек. Я его очень уважаю и люблю, и никогда не сделаю что-либо, что могло бы его обидеть или быть ему неприятно. В середине 30-х годов завершается строительство Института физических проблем. Вскоре оборудование Мондовской лаборатории прибывает в СССР. Из Кембриджа приезжает семья Петра Леонидовича. А 13 марта 1937 года открывается новый институт, оснащенный оборудованием Кембриджской лаборатории Капицы. Июль 1936 года. Капица отдыхает на даче в Жуковке. Просматривая «Правду», замечает разгромную статью о врагах в советской маске, направленную против выдающегося советского математика Лузина. Понимая, что это может быть прелюдией к аресту, Петр Леонидович пишет Молотову письмо. Главный научный капитал у нас все же лежит в старом поколении людей, доставшихся по наследству. Но то, что вы делаете, совсем не достигает цели. Теперь обрушились на Лузина. Не мудрено, что от такого нежного обращения ученые сбежали. Я по себе знаю, как бездушно вы можете обращаться с людьми. На следующий день это письмо вернулось Петру Леонидовичу с надписью «Вернуть гражданина Капицы за ненадобностью». Отец проглотил эту резолюцию. Правда, то, что она была доставлена спецкурьером, это произвело большое впечатление на окружение отца, потому что они не знали содержания этого письма. Через 60 лет помощник моего отца, 30 лет вместе с ним работал, Павел Евгеньевич Рубинин. Он получил доступ в президентские архивы и хотел посмотреть, проследить за письмами. Обширная переписка, это десятки, почти больше сотни писем, которые отец писал руководителям Советского Союза. Что с ними стало? Одним из первых было письмо Молотову. Выяснилось, что это письмо было размножено в 16 экземпляров. Ксероксов тогда не было. Роздано членам Политбюро и обсуждено, и принято решение, что последовать за советом отца и других ученых. И травля Лузина прекратилась.
В жизни человек с выдержкой всегда побеждает. А выдерживать надо не полчаса, а годами. Вот это выдержка. В 1938 году арестовывают Ландау. Потеря такого масштаба ученого, интеллекта для нашей страны была бы катастрофой. И отец понимал, что его нужно спасти в ужасных условиях террора 30-х годов. Ландау Лев Давидович, выдающийся российский физик-теоретик, основатель научной школы, отличался уникальной широтой научных интересов, магнетизм, сверхтекучесть и сверхпроводимость, физика твердого тела, астрофизика, автор классического курса теоретической физики, лауреат Нобелевской премии. И он написал письмо, сначала Молотову, потом письма эти, несомненно, доходили до Сталина, где он всячески защищал Ландау. Не могу поверить, что Ландау – государственный преступник. При весьма его плохом характере, с которыми мне приходилось считаться, я никогда не замечал за ним каких-либо нечестных поступков. Он сказал, он дохлого здоровья и скоро умрет в тюрьме, если вы там будете его долго держать. Отца вызвали на Лубянку в 4 часа утра. Там два помощника Берии. И говорили, показывая на такую кипу документов, как вы можете защищать такого матерого немецкого шпиона, в чем обвиняли Ландау, который во всем признался. Вот вы посмотрите на эти материалы. Отец отказался смотреть на эти материалы, это он мне сам рассказывал, и спросил этих людей одно. А какие были мотивы, по которым молодой ученый, признанный в мире, мог заняться таким делом, как шпионаж в пользу иностранной державы? Там он хорошо знал о патриотических настроениях самого Ландау. На этот вопрос он не получил ответа. Они никогда такого вопроса перед собой не ставили. Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте. И под это поручительство Ландау отпустили. Потом Ландау работал многие годы с отцом. В 1938 году отец открыл явление сверхтекучести и одновременно с этим разработал современные основы получения жидкого воздуха и жидкого кислорода, по существу были заложены основы колоссальной промышленности, которая сыграла грандиозную роль во время войны и в послевоенном строительстве. Химия, металлургия, ракетное дело – все основаны на использовании большого количества жидкого кислорода или просто кислорода, полученного из воздуха. Это был переворот в этого рода промышленности. Он был высоко отмечен тогда правительством. Он получил свою первую героя, звезду Героя социалистического труда. И одна из трудностей, которую он перетерпевал в ту пору, это была борьба с нашей бюрократией. Вечная история. Надо исходить из того, что удается, учиться у жизни, а не навязывать ей выдуманные формы. 4 года тому назад мы осуществили установку жидкого воздуха на новом принципе. 2 года тому назад мы осуществили кислородную установку. Но есть ли шансы, что она будет внедрена? Согласитесь сами, что от такого отношения руки опускаются. Через месяц создается Главное управление кислородной промышленности при Совете народных комиссаров СССР. Начальником главкислорода назначается Капица. Фашисты используют науку примерно так же, как дровосек, которому человеческая культура дала топор, чтобы обрабатывать дерево, а он использовал его, чтобы рубить и калечить людей. Поэтому дружное единение в борьбе с фашистами является первым и необходимым условием для скорой победы. Я думаю, что люди науки обязаны теперь искать и создавать противоядие, антитоксин, уничтожающий эту ужасную бациллу, вызвавшую болезнь земного шара, по сравнению с которым чума,
и холера, невинные лихорадки. С 1941 года в госпитале начал поступать в неограниченных количествах жидкий кислород. Благодаря способу, разработанному Петром Капицы, получение жидкого кислорода в промышленных масштабах спасло жизнь сотням тысяч раненых красноармейцев. В ноябре 1943 года Капицу просят написать в «Правду» отклик на освобождение Киева от фашистов. Капица пишет, что для наших союзников Киев – это пример смелости и решительности в военных действиях, намекая тем самым на медлительность с открытием Второго фронта. «Правда» печатать заметку отказалась, усмотрев в ней личное мнение ученого, а не позицию ЦК и Сталина. Капица немедленно пишет вождю. «Правда» – скучнейшая газета. Там достаточно прочесть несколько слов передовой, чтобы уже знать все остальное. Правильно ли поступает редакция «Правды»? Ведь в моем случае высказывание идет от определенного лица, и оно может иметь определенный взгляд. Резкий и нравоучительный тон письма поражает. Но еще удивительнее, что Сталин присылает ответ. Товарищ Капица, конечно, правы вы, а не «Правда». Вы, должно быть, заметили, что «Правда» уже исправила свою ошибку. Вскоре Капица получает сталинскую премию за открытие и исследование явления сверхтекучести жидкого гелия. А через год указом Президиума Верховного Совета СССР присваивают звание Героя социалистического труда за создание мощной турбокислородной установки для производства жидкого кислорода. Во Всесоюзном обществе культурной связи за границей состоялось торжественное заседание. Американский институт Франклина в Филадельфии избрал своим почетным членом академика Петра Леонидовича Капицу и присудил ему золотую медаль Франклина. Председатель ВОКС товарищ Кеменов отметил, что это первый случай награждения медалью Франклина советского ученого. Она присуждена академику Капице за выдающийся вклад в мировую науку. Среди получивших эту медаль были Эдисон и Эйнштейн. Есть два способа ограничения свободы человека – путем насилия и путем воспитания в нем условных рефлексов. В день 70-летия Сталина вся страна демонстрирует горячую любовь к руководителю советского народа и всего прогрессивного человечества. Капица не является на торжественное мероприятие, которое проводится в МГУ, где он преподает и в Академии наук. Из письма проректора МГУ Христиановича. «Мы не можем найти этому поступку никакого удовлетворительного объяснения. Согласитесь, что нельзя доверить воспитание научной молодежи лицу, которое демонстративно противопоставляет себя всему нашему народу». После этого Капицу отстраняют от лекций. Из воспоминаний Анны Алексеевны. В один прекрасный день нам сказали, что обслуживание нашей дачи закончено, персонал уходит, а мебель вывозят. После этого мы переехали жить в сторожку. Там было три комнаты с печью. Он жил на Никольной горе, на своей большой даче. И там, в конечном итоге, он в гараже, в небольшом вспомогательном домике, решил создать небольшую лабораторию и начать свои исследования сначала в области гидродинамики. В этих работах мне довелось участвовать. Даже главная статья, подытоживающая результаты этих исследований, опубликована за наши совместными именами. А для меня это было очень интересное время, потому что ни позже, ни раньше я никогда так тесно не взаимодействовал с отцом. Сейчас я работаю один, без помощников. И как в студенческие времена, мастерю приборы своими руками. Оказалось, что этой привычки я не утерял, и резец токарного станка меня слушается. Так что есть надежда на успех. Хорошее выражение – формирование человеческой личности. К отцу мало людей приезжало. Потом они рассказывали, давали понять, что им не рекомендовали это делать. Его ближайший друг Николай Николаевич Семенов прямо ему об этом сказал. И отец это чувствовал. –
5 марта 1953 года Сталин умирает. Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны могут работать спокойно и уверенно, зная, что советское правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в сталинской конституции. Вскоре арестовывают Берию. Это означает конец опалы. На базе избы физических проблем создается физическая лаборатория Академии наук СССР. А через некоторое время постановление Президиума Академии наук СССР назначить академика Капицу директором Института физических проблем. Начинается новый этап в жизни ученого. Я у них жил на даче, иногда очень, даже не по нескольку дней, или приезжал перед выходным и так далее. Так что у меня как-то вроде дом был. Уж закрывали спектакли, я воевал на этих всех уровнях, там, по вертушке Петра Леонидовича. Сперва по партийной линии, а потом по линии чиновников искусства. Когда они подходили, то они были вежливы, не как обычно у нас. Были всегда такие ракочащие ноты. Да, там товарищ Черненко слушает. Да. Потом пауза. А в чем дело, собственно? Анна Алексеевна покойная, необыкновенная дама, действительно, из Серебряного века. Она даже обижалась. Петя, ну как же так? Ты ему, это я, доверяешь вот этот телефон, вертушку и эту книжечку, а у сыновей спрашиваешь, что, как, и часто, говорит, обойдетесь. Это что ж такое? А Петр Леонидович отвечал, а я ему доверяю очень. Он зря звонить не будет. Только в критические минуты. Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал, что Петр Леонидович Капица, по крайней мере, дважды выступал в его защиту. Я уже очень старый человек, и жизнь научила меня, что великодушные поступки никогда не забываются. Сберегите Сахарова. Да, у него большие недостатки и трудный характер, но он великий ученый нашей страны. Юрий Петрович, вы, пожалуйста, вот... Я слышал, вы в хороших отношениях с Сахаровым. Вот вы не сможете убедить его. Меня он не слушает. А может, он вас послушает? Я считаю, что если бы он у меня тут работал, его не арестуют и не сошлют. У меня ведь ворота крепкие очень. Значит, им что же, придется его отсюда брать? Так это надо танк присылать. А иначе я не открою. В 1966 году, после 32-летнего перерыва, Капица едет в Англию получать медаль Резерфорда физического общества Англии. Вот я приехал, пошел обедать в Тринити колледж. И когда мы встали из-за стола, чтобы пойти в этот сам комбинейшн рум пить кофе и портвейн, я заметил, что все в мантиях, а я без мантии. Я вспомнил, что свою мантию я стал 32 года тому назад на крючке висеть в прихожей. Я подзываю, значит, этого самого лакея, они все вышли. Я говорю, что вот послушай, я говорю, оставил свою мантию тут, в клокрум. Не посмотрите вы меня. Когда вы оставили, сэр, я говорю, 32 года тому назад. Он говорит, да, сэр, я посмотрю. И представьте себе, он нашел и говорит... История эта обошла всю прессу, весь мир. Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые. Открытие сверхтекучести всеми признавалось как одно из важнейших экспериментальных открытий
в современной физике и, несомненно, достойная Нобелевской премии. И отца уже после войны, когда положение как-то нормализовалось в мировой науке, его неоднократно выдвигали, причем очень крупные ученые. Но это не происходило. В конце концов, в 1978 году он получил эту премию. Я хорошо помню этот момент. Принимали с большим почетом во время знаменитого банкета, который устраивается после присуждения премии. Его сопровождала королева, которая произвела очень большое впечатление на моего отца. А кавалером как бы моей матери был король. Задача ученого не только быть правым, но и уметь доказать свою правоту и пропагандировать свои идеи. По уставу в Нобелевской речи нужно рассказать о работах, отмеченных премией. Петр Леонидович сказал: эти работы я сделал 40 лет тому назад, и я их забыл. 84-летнему Капице было гораздо интереснее говорить о том, чем он занят сейчас. Никаких компромиссов со своей совестью я не делал и уверен, что не сделаю. Все время говорю, что думаю, хотя бы и был в единственном числе. Ничем меня не запугаешь и ничем не соблазнишь. Я чувствую себя очень сильным, так как у меня совесть совсем чиста.